24 апреля в Северском районе прошел Всекубанский субботник в рамках всероссийской акции «Зеленая весна 2021». На уборку вышли сотрудники предприятий, организаций, активисты, неравнодушные жители поселений. Перед началом работы глава Северского района Адам Джерим обратился к собравшимся с напутственной речью. У нас впереди и Пасха, родительский день. 9 мая – самый главный наш праздник. И мы видим, что немного наши станицы стали немного сероваты из-за погоды, из-за дождей. Поэтому все в наших руках. Огромная просьба точечно расставить людей, обеспечить всем необходимое. Это я обращаюсь к руководителям. И чтобы после нашей работы была видна работа, то, что мы сделали. Вы знаете мое отношение к санитарному состоянию. Поэтому я прошу сегодня на совесть поработать. В станице Северской на улице Островского провели работы по кронированию деревьев и спилили сухие ветки. С самого утра жители муниципалитета трудились, не покладая рук. Такие субботники сохраняют нашу малую родину в чистоте и уюте.